Возможно, так меня будет видно чуть лучше. На утро встал, смазал цепь в надежде, что она не будет так греметь и ужасно жестеть, когда я буду разгоняться. И действительно, цепь перестала там жестоко крякать. Но я понимал, что цепь надо менять. И поэтому начал заезжать в большие города. Значит, первый большой город, который был на моем пути, не помню уже название, я заехал, нашел мастерскую. И они мне сказали, что Suzuki дилер сегодня закрыт. В общем, я хотел, кстати, сказать на эту тему пару слов. Вообще, довольно жестоко в Америке. Очень многие не работают по субботам, воскресеньям и в том числе понедельникам. Вот, поэтому что-либо, если там вы встряли в пятницу, что-либо достать довольно проблематично. Имеется в виду там какие-то, ну, многие, в общем, офисы закрыты в пятницу-субботу точно, в субботу-воскресенье точно, а в понедельник так, кто как. В общем, но сказали, что, возможно, в следующем большом городе открыт Suzuki дилер. Я поехал туда, все равно мне было по пути. Поехал, не нашел Suzuki дилера, нашел зато Honda дилера. Honda дилер мне очень помогла девчонка. Она, значит, очень активно выслушала меня, сказала, что у нее нет ни цепи, ни моих звезд. И я ей говорю: слушай, а может там где-то в этом городе или в следующем есть. В общем, она начала звонить, позвонила, узнала, что в следующем городе, который находился через 90 миль, они могут заказать звезды, но для этого мне нужно приехать до 3 часов. Я посмотрел, 12 часов, 100 миль. Думаю, ну там, не спеша вообще абсолютно доеду. Ну и сразу выдвинулся. Выдвинулся, приехал к ним, говорю: вот он я, красивый, хороший. Они говорят: да, все отлично, только ты опоздал. Я говорю: в смысле опоздал? Смотрю на часы, 2:30. Они говорят: сейчас 3:30. Оказалось, что где-то я проехал часовой пояс, и, в общем, опоздал я. Они сказали, что мы можем заказать, не проблема, но придет это все только в среду. То есть понедельник, я был в понедельник, то есть надо было ждать вторник, и в среду это только придет. Кроме того, они сказали, что у них там очередь на установку. Ну, я так с ним поговорил, они говорят: ну ладно, в общем, установим мы тебе. Я потом подумал, говорю: а в следующем городе есть? Они позвонили в следующий город. Там ничего не оказалось, следующий большой город. И еще один был город на моем пути, Рапид-Сити. Я говорю: а можете в Рапид-Сити позвонить? Просто на карте он выглядел побольше. И тут что-то они зажались. Нет, мы типа там не знаем, то и сё. Ну и, в общем, по их реакции я понял, что не хотят они дальше звонить и помогать. Ну, в общем-то, с одной стороны, я их понимаю, это не их дело. Но с другой стороны, они ничем особым заняты не были. Вот. Ну, не суть важно. В общем, и он мне порекомендовал поехать в информационный центр. Есть тут в каждом городе информационный центр для туристов. Вот. И сказал, что, возможно, там есть интернет, возможно, там тебе помогут. Позвонят, там адреса у них есть. Я приехал, стоит маленькая будка, совсем маленькая. И захожу, там сидит женщина взрослая. Я как бы описал проблему. И она поискала, нашла мне в интернете Suzuki дилера. Я им позвонил, они говорят: мы занимаемся машинами. Окей. И интернет у меня уже был. Я начал сам пробивать, что там есть в Рапид-Сити. Посмотрел, нашел Suzuki дилера, позвонил им.
И они мне сказали, что у них ни цепи, ни звезд нету, и надо это все заказывать. Заказать они могут, получат они это все в среду, что, в общем, меня устраивало, потому что я был в 800 километров где-то от этого Rapid City. Цепь у меня, конечно, уже совсем никуда не годится, но я дотянул бы. И как раз-то получалось, то есть один день бы я остановился по пути в кемпинге, второй день я бы уже был в их городе, и, соответственно, на утро мне бы их поставили. Но, там зарядили какую-то нереальную цену за вот то, что называется скоростная доставка, там что-то в районе $200. Я сказал, а есть какие-то у вас там рядом другие Suzuka-дилеры? Они дали мне телефон, я им позвонил, цепь у них оказалась, звездочек нет. Выяснили по поводу звезд, нашли они звезды, сказали, что могут заказать быструю доставку, будет это мне стоить $50-60, меня это вполне устроило. Тут я им, объяснил ситуацию по поводу того, что вот, я там турист, путешествую по Америке, и у меня нет кредитной карточки. Поэтому я не могу сделать prepay. Говорю, это вас устроит? Они говорят, нет, нас это не устроит. То есть нам нужно обязательно prepay сделать, хотя бы на доставку. И я говорю, никак? Они говорят, никак. В общем, я позвонил двум своим друзьям. Позвонил Игорю, позвонил еще одному своему другу. Оба не ответили, потом Игорь ответил. И Игорь мне в очередной раз помог, за что ему большое спасибо, проплатил $100 по кредитке. Они заказали все, я им перезвонил, назначил установку на среду и надеюсь, что все будет в порядке. В общем, после этого, на этом у меня ушло где-то на все эти поиски, заезды в разные города и так далее, не меньше часа. Я потерял на это все, поэтому сегодня я проехал всего, как сказал Google, 666 километров. Великолепное число. Вот. И завтра начинаю двигаться в сторону Rapid City. Там недалеко находится этот гараж, в котором должны получить мои звезды. Свою цепь я завтра подтяну, смажу и надеюсь, что доеду. В общем, ехать не очень далеко, там всего осталось, наверное, километров 500-600. Так что пожелайте мне удачи и буду вас извещу вас, когда мне все это установят и чем это все дело закончится.